Так, экран видно, да? Алло, экран видно? Да, видно, видно. Поступательные и вращательные движения. Здравствуйте, ребята. Сегодня начнем, значит, 12-й урок у нас, 12-я лекция. Это поступательные и вращательные движения тела. Или поступательные и вращательные движения твердых тел. В прошлых двух уроках мы начали кинематику. Еще раз повторяю, кинематика изучает движение твердых тел и точек, и материальных точек, движение материальных точек и твердых тел изучает кинематика. В прошлом занятии мы изучили движение материальной точки, то есть точки, которая имеет массу. Мы изучили, значит, как скорость находится, как ускорение находим. На это, значит, К1 есть для этого. Расчетно-графическая работа К1. Значит, просто в двух занятиях вы изучили, как решается К1. Значит, как найти траекторию движения, скорость движения и ускорение движения материальной точки. При поступательном и при координатном способе задания движения. Значит, в прошлых уроках мы поняли с вами, значит, три вида задания движения. Три вида. Координатные, векторные и естественные способы. Теперь мы переходим на твердое тело. Движение твердое тело. Теперь не материальные точки, а твердое тело. Значит, самые простые движения проходим. Вот кинематика твердого тела. Поступательные и вращательные движения. Сегодня 12-я лекция. Это самые простые движения, ребята. Простые. Потому что еще мы проходим сложные движения, а это движение называется очень простым. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Поступательное – это какое движение? Это поступательное, значит, по узбекскому языку ильгарлама. Только вперед не вращается, не вращается, и вперед идет. Вперед идет. Значит, это определение есть. Сейчас я определение говорю. Значит, плана обращаемся. Значит, какой план у нас? Первое – поступательное движение. Второе – вращательное движение. Третье – равномерное и равноперемерное вращение. Четвертое – скорость и ускорение точек вращающего тела. Вот это четвертое мы еще в следующем уроке тоже продолжаем. Значит, давайте начнем с поступательного движения твердого тела. Поступательное движение называется такое движение. Поступательное движение называется такое движение, при котором любой отрезок остается параллельным самой себе. При движении твердого тела любой отрезок, взятый из этого тела, остается параллельным самой себе. Самому себе. Значит, еще раз повторяю, поступательным движением называется такое движение твердого тела, при котором любой отрезок остается параллельно самой себе. Какие примеры можно привести? Вот, допустим, когда движется машина прямой дороги, вот это кузов, борт, недвижущиеся части, все двигаются поступательно. Все поступательно. Значит, любой отрезок остается все время параллельно самой себе. Вот твердое тело. Задан АБ отрезок. В движении этот отрезок все время остается параллельным. Вот АБ. Значит, вот так движется, как будто кривой рисует, но остается все время параллельным. Это немножко заблуждает нас. Например, вот колесо обозрения.
колеса обозрения. Или карусель обозрения. В парках есть карусель обозрения. Это прервался. Подождите. Демонстрирует экран. Нажимаем. Значит. Видно, да, опять? Кто-то пусть поддерживает меня. Видно это? Экран. Значит, опять прерывается, по-моему. Значит, в парках такой карусель есть. Карусель обозрения есть. А это карусель вращается? Вращается вокруг оси. Но скамейки, которые... Скамейки движутся поступательно. Любые отрезки, взятые в этих скамейках, остаются параллельно самой себе. Поэтому мы пойдем. Сама карусель вращается, а скамейки движутся поступательно. Поэтому карусель вращается, но скамейки движутся поступательно. Значит, любой отрезок раз поступательно двигается, любые точки рисуют одинаковые траектории. Любые точки одинаковые траектории. Если мы берем здесь скорость, вот здесь скорость тоже берем, скорость. Вот. Любой вектор равно RB плюс констант. Любой вектор можно вот так рисовать, можно. Вот здесь не рисовано. Я вам рисую сейчас. Вот. Остановим демонстрацию. Вот доска видна, да, вам доска? Вот здесь рисуем. Вот, допустим, отрезок. Мы берем отрезок в теле. Любой, значит, любой вектор можно вот так рисовать. Значит, это вектор, все, вот, допустим, это твердое тело. Вот твердое тело. Берем отрезок. И когда движение этого твердого тела, вот так, допустим, движется, это остается параллельным самой себе. Вот параллельно. Параллельно остается. Вот поэтому любой вектор, вот, допустим, это точка А, допустим. Это точка Б, допустим. Вот, допустим, это точка А. Это точка Б. Допустим, это у нас РА. Вектор. Радиус вектор. Да? Это у нас радиус вектор РБ. Вот так, РБ. Допустим, это начало координат. О, начало координат. Любой вектор можно писать вот таким образом. Вот, допустим, РБ. Or РБ можно найти через РА. Вот. РБ равно РА плюс АБ. Правильно? РА плюс АБ. РБ равно РА плюс АБ. Вот любой вектор можно вот так писать при поступательном движении. Значит, вот это АБ тоже вектор. Вот АБ вектор. РА тоже вектор. РБ тоже вектор. Значит, РБ вектор вот таким образом находится. Значит, если мы отсюда производную берем, производной по времени, а производной от АБ равняется нулю. Поэтому, если производную берем, что получится? Скорость. Скорость ВБ равняется скорость ВА. Потому что производной от АБ равняется нулю. Потому что это, я сказал же, направление не меняется. АБ направление не меняется. И все время параллельно. Поэтому АБ вектор не меняется. Поэтому производной равно нулю. Значит, скорости всех точек равны друг другу при поступательном движении. Ускорение тоже. Если еще один производный берем, что получается? Ускорение. Значит,
АБ, значит, ускорение. АБ равно будет АА. Значит, при поступательном движении скорости и ускорение всех точек одинаково. Все точки рисуют одинаковые траектории. Ускорение. Значит, изучить движение, поступательное движение твердого тела не отличается от движения точки. Потому что все точки движутся одинаково. Значит, место всех точек, изучение места движения всех точек, достаточно изучить одной движение одной точки. Достаточно изучить движение одной точки. Это точки мы берем центр тяжести, может, центр тяжести. Поэтому в дальнейшем, когда поступательное движение, мы только одной точки берем движение. Понятно, да? Понятно. Значит, опять мы вернем лекции. Значит, остановим демонстрации. Значит, мы с вами изучили поступательное движение твердого тела. Поступательное движение твердого тела – это такое движение, при котором любые отрезки остаются параллельны самой себе. Значит, все точки рисуют одинаковую траекторию. Все точки скорости, всех точек и ускорения равны друг другу. Теперь переходим на вращательное движение. Движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Вот так не путайте, ребята. Вращательное движение, может, тело движется, вращается и уходит куда-то. Вот, например, колесо машины вращается и поступательно тоже двигается с машиной, да? Это не вращательное движение вокруг неподвижной. А когда вращательное движение вокруг неподвижной оси, он остается на месте, но вращается вокруг неподвижной оси. Вот когда, если мы велосипед обратно, как сказать, сверху ноги поставим велосипеда, да, и вращаем колесо, он движется, колесо движется, как движется вращательное движение вокруг неподвижной оси. Если мы сами вращаемся вокруг своей оси, и это называется вращательное движение вокруг неподвижной оси. Вот вам пример привел, вот. Значит, вот этот цилиндр вращается вокруг оси. Вращается. Ну, какое определение может быть вращательным движением? Вращательным движением называется такое движение твердого тела, при котором хотя бы двух точек остается неподвижным. Двух точек. Вот если здесь точка А наверху, внизу точка Б, при вращательном движении они не двигаются. И все точки, соединяющих этих точек, не двигаются. Значит, при вращательном движении вокруг неподвижной оси хотя бы две точки остаются неподвижным. Такое движение называется вращательным движением вокруг неподвижной оси. Вот, допустим, вот эта плоскость P неподвижная, а плоскость Q вращается. Вращается. Значит, допустим, вот это четырехугольник находился неподвижным. А когда Q вращается, это рисует угол фи. Угол фи. Угол фи. Значит, только фи меняется здесь. В таком движении что изменяется только фи? Если мы какой-то точки берем, допустим, вот здесь точка А берем, и от оси расстояние знаем, это точки любое время мы можем найти, если нам задается точки, нам задается угол фи. Угол фи. Значит, если вращательное движение функция фи равно фи т задается, значит, мы называем движение этого тела определено. Известно. Известно. Значит, это значит, основную роль при вращательном движении играет функция φ равно φt.
Если эта функция задается, мы все кинематические характеристики этого движения находим. Здесь основное понятие такое вводится, значит, угловая скорость. Вы знаете, скорости разные, ребята, скорости какие? Скорость движения точки, да, где основную роль играет путь. Значит, скорость, какие скорость, допустим, разговора. Кто-то быстрее разговаривает, кто-то медленнее разговаривает. Здесь угловая скорость. Угловая скорость – это такое понятие, как быстрее рисует угол. Как быстрее. Если он быстро вращается, угол быстро рисует. Если медленно вращается твердое тело, он угол рисует медленно. Поэтому здесь вводится понятие угловая скорость. Угловая скорость находится, беря первый производный от угла вращения. Первый производный берем. Вот первый производный. Здесь средняя угловая скорость. Вот здесь угловая скорость. Значит, угловая скорость твердого тела берется как первый производный от угла вращения. Это неизменяемая величина для твердого тела. Потому что все точки вращают на одинаковый угол. Вот, допустим, представьте себе, один раз полностью вращается тело. Все точки, значит, полностью вращаются. Значит, угловая скорость не константа для твердого тела. Всех точек одинаково. Он изменяется, значит, радиан деленный секунд. Не градус деленный секунд, а радиан деленный секунд. Или просто один деленный секунд. Значит, измеряет. Если больше нуля, омега, значит вращательный как ускорится вращение. Если меньше нуля, значит, замедляется вращение. Значит, еще раз говорю, ребята, при вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси, в первую очередь нам должен известен закон вращения Фи, и угловая скорость, и дальше угловое ускорение. Вот эпсилон. Это называется омега, а это называется эпсилон. Это угловое ускорение. Если ускоряется вращение, вот медленно вращается сначала, потом это ускоряется, тогда у нас что существует? Ускорение. Угловое ускорение. А это берется как первый производный от угловой скорости или второй производный от угла вращения. Вот таким образом находится. Вот основные понятия сегодняшние, ребята. Значит, поступательное движение твердого тела и угловое и вращательное движение вокруг неподвижной оси. Это называется самым простым движением твердого тела. Самым простым. Потому что для поступательного движения мы изучаем только одну точку движения, а для вращательного движения нам достаточно задания угол вращения фи равно достаточно. Значит, такие движения называются очень простым. Очень простым. Так, дальше пойдем. Дальше что у нас поставлено? Значит, мы сейчас еще раз повторяю вам. Значит, мы сегодня изучили с вами поступательное движение твердого тела, вращательное движение твердого тела. И вот здесь еще написано равномерные и равноперемные вращения. Равномерные когда? Равномерные движения. Когда вращение равномерно вращается. То есть